Всем привет! Если вы еще не знакомы с моим новым образом и с моей новой прической, то добро пожаловать в мой мир. Я отстригла все свое, что уже отросло, и мне очень нравится, я очень довольна. Жалеть? Что жалеть? Время идет, жизнь одна, волосы отрастут не зубы, так что жалеть нечего, будем экспериментировать. Сегодня хочу вам рассказать о новинках сайта iHerb, а также некоторых фаворитах. То есть определенно то, что я заказала, мне понравилось и не понравилось, но были вещи, которыми я пользовалась на протяжении, вот я когда заказала, в начале февраля, да, то есть целый месяц я даже больше ими пользовалась. Соответственно, их можно отнести к рубрике фавориты, поэтому сегодня будет нечто среднее между новинками, покупками и фаворитами, так что давайте приступим. Хочу начать с аксессуаров, а не с косметики. Первое, что я заказала, это расческа. Захотела себе новую расческу какую-нибудь интересную, но осталась довольна, наверное, на процентов 50. Во-первых, интересная форма с кольцом посередине, с такой дыркой посередине. Вообще она рассчитана для очень вьющихся, кудрявых, запутанных волос, потому что вот эта вот дырка позволяет как раз-таки попадать некоторым волосам туда и не путаться. Соответственно, у нее как бы площадь вот поверхности, да, она поменьше, чем обычной расчески. Из таких существенных минусов это электризация, наверное, пожалуй, ну, может быть, еще один такой есть небольшой. Да, она довольно сильно электризует волосы, потому что вот эти вот наконечники, они абсолютно пластмассовые. До этого у меня была расческа с деревянными зубчиками, которая тоже их электризовала, но намного меньше. Может быть, потому что сейчас зима и шапки, пока не могу точно сказать, как начну пользоваться весной, скажу точно. Также, пожалуй, из небольших минусов это то, что она... Вот, когда ты расчесываешь волосы, ты чувствуешь, как будто она их цепляет, то есть как бы не очень приятно, нужно с ней расчесывать волосы медленно, не как я люблю вот так вот быстро, а вот именно медленно проходиться и расчесывать, тогда будет приятно, потому что такой массаж головы создается. Но она вот по ощущению как будто их дергает. Однако, когда я смотрю на расческу, я вижу 0,0 волос. К примеру, когда я беру свою деревянную старую расческу, которая очень мягко расчесывает волосы, вообще не выдергивает, я чувствую такой комфорт, но когда я смотрю на расческу, у меня там 5-10, а то и больше волосинок. Но, тем не менее, имеет место быть, почему бы не такая интересная расческа, по крайней мере, у меня такой еще не было. Также из не совсем косметического это витамины. Витамины я заказала Вадиму и буду говорить от его слов, потому что ему они очень понравились. Витамины эти для глаз, фирма вот эта вот, по-моему, Нау читается, у меня от этой фирмы все витамины, которые я пью, которые мне очень помогают, которые избавляют меня от выпадения волос, мои ногти становятся жесткими, не слоятся, кожа моя становится в идеальном состоянии, поэтому сейчас вот немножко у нас растает снег, и где-то в апреле я начну пить витамины. Если хотите, я могу ссылки на них оставить. Он чувствует, что у него глаза не так стали сохнуть. Вот это ощущение постоянно какого-то песка в глазах и сухости, оно исчезло. Ему стало намного легче, может быть, какое-то давление внутриглазное стало меньше. Но, по крайней мере, он сказал, что они ему очень понравились, поэтому тоже ссылку оставлю, посмотрите. Последний продукт, который касается не косметики, а ухода, это молочко для волос от Desert Essence, наверное, правильнее так. В общем, я эту фирму как только не обзывала уже. И у меня это с кокосом, в общем, у меня есть такой же шампунь, такой же бальзам, и вот теперь вот такое молочко. Это молочко для вьющихся волос, для кудрявых, для того, чтобы ваши волосы, ваши кудри были более выраженными. Это молочко используется не вместо бальзама, а как бы третьей ступенью, допустим, вместо какого-то увлажняющего масла для волос. Из-за того, что я начала краситься и стричься, мои кудри практически пропали. Когда у меня был еще свой цвет волос, я их наблюдала, но, к сожалению, когда я начала краситься, они как-то стали, ну, меньше, то есть могут завиться где-то на кончиках совсем чуть-чуть, хотя раньше у меня где-то от середины головы они вились. И за счет того, что я обстригаю всю длину, как бы здесь и виться нечему, они могут просто слегка так подкручиваться. И когда я использую вот эту штуку, то вот я ощущаю то впечатление, вот вспоминаю, да, когда у меня были длинные волосы, да, не на всю длину кудри, но вот буквально вот, наверное, вот тут чуть-чуть, я получаю прям реально такие локоны, вот как у меня раньше были. Это такая ностальгия, и это классная штука, когда вы хотите получить укладку а-ля, ну как натуральная укладка, да, то есть типа свои локоны, не используя при этом никаких там утюгов,
пенок и прочих корректирующих таких средств. И теперь, что касается косметики, я заказала наконец-то тональник, вернее, это у нас что, по-моему, BB-крем от Миши, да, и аппликатор, вот этот Beauty Blender Sponge от Real Techniques. Осталась в огромном восторге от обоих продуктов, и сейчас почему-то вот это вот просто два моих любимчика. Оставила все свои тональные основы, пользуюсь только этим. Может быть, сейчас на камере будет видно, что я какая-то слишком белая, потому что у него SPF-фактор 42. Защита от всех ультрафиолетовых лучей. И у меня оттенок 21. 21 оттенок для всех белоснежек с таким розовым синим подтоном, это просто находка. Если вы таким с желтым оливковым подтоном, вам будет, конечно, он слишком белый. Вообще не зря про эти BB-кремы писали, что они очень хорошо подстраиваются под ваш тон кожи. Это абсолютная правда. И вот для меня, наверное, это единственный крем, ну, тональный, да, который идеально подходит по тону. Вообще из всех, что я пробовала, в основном все немножечко рыжат, немножко темноваты, а вот этот именно такой серый, серо-розовый, и для моей белоснежной кожи он подстраивается идеально. Очень приятен в нанесении, не плешивит, не подчеркивает шелушение, что очень важно, и финиш у него такой немножечко сатиновый, то есть не совсем прям матовый, я думаю, подойдет даже для сухой кожи, потому что он вообще не стягивает кожу. Маскирующая способность у него, наверное, на восьмерочку, семерочку из 10, потому что крупные покраснения мои не замазывает, ну вот именно прыщи, но саму красноту убирает, то есть как бы прыщ сам видно, что рельефность видна, но как таковой красноты ее нет. Конечно, нужно его хорошенечко смывать потом с лица, потому что BB-крем, и не надо, чтобы вам поры это все засоряло. Насчет спонжика тоже, это просто находка, и не знаю, как я жила без него раньше, все спонжи с AliExpress отодвинули в сторону, хотя, ну, он может быть чуть-чуть помягче, чем с Китая, потому что там тоже раз на раз не приходится. У него, ну, я пользуюсь только вот этой областью, частью, остреньким мне совсем неудобно под глаза, потому что он все равно здесь большой. Во влажном состоянии распределяет намного экономичнее, намного тоньше покрытие, и не знаю, почему говорят, что спонжи намного больше съедают продукта. На самом деле у меня кисть съедает намного больше, при этом кисть подчеркивает все твои шелушения, которых даже нет на самом деле, и кисть стягивает у меня лично вот тут с той зоны предыдущий слой, практически с любой тональной основой, вот, ну, стягивает и все, у меня вот тут потом красные места, а тут все замазано, поэтому в этом плане для меня вот такой спонж наиболее удобен. Для глаз два продукта, которыми я сейчас тоже очень активно пользуюсь, и оба они нанесены сейчас у меня на лицо. Первый это, давайте вот с этого, карандаш для бровей, и фирма это корейская Etude House, которую я долго присматривалась, и вообще хотела давно попробовать что-то корейское, японское, китайское, но почему-то, не, наверное, не китайское, корейское все-таки больше, и я всегда пробовала именно уход, но никак не декоративку, я не думала, что декоративка у них хороша, но на самом деле это лучший карандаш за все мое время использования. Из всего, что у меня сейчас представлено дома, а у меня довольно много продуктов для бровей, это, пожалуй, самый лучший. Я не сравниваю его с какими-нибудь профессиональными продуктами, потому что у меня их нет, и, честно говоря, когда я нахожу вот такие продукты за 200 рублей, я не хочу покупать себе за 2000, потому что я довольна этим. У него, с одной стороны, карандаш, причем автоматический, он такой вот скошенный, напоминает Benefit, напоминает Анастасию Beverly Hills, у очень-очень многих брендов дорогих вот такой вот стержень, потому что он очень удобный. Если у вас прям совсем, может быть, маленькие-маленькие бровки, просто аккуратно работайте, но я скажу, что даже для, мне кажется, маленьких бровей это намного удобнее, чем прорисовывать маленьким тоненьким карандашом. Плюс у него именно средняя идеальная жесткость. Он не мягкий такой, который бы вот плавился от одного прикосновения. И он не настолько твердый, как, например, NYX. По сравнению с этим, NYX просто камень. И чтобы что-то накрасить, им нужно прям долго-долго-долго водить. С этим же у вас получается там за 2-3 взмаха четкая линия, при этом легко растушевываемая с помощью вот этой кисти на обратной стороне, щеточки очень удобные. В общем, за такую цену, мне кажется, это просто находка. Единственное, что я взяла второй оттенок,
Я вообще присматривалась к первому, но подумала, что все-таки первый совсем уж для черненьких, а мне подойдет для брюнеток. И то на ежедневное использование он темноват. Для съемок нормально, еще вот куда-то нормально, но вот прям на каждый день я бы взяла на оттенок посветлее. Карандаш для бровей от фирмы Холика Холика, тоже автоматический, что мне понравилось. Знаете, по ощущениям, как будто это каял, но на слизистый глаз он держится довольно плохо. Сейчас у меня он нанесен как на слизистую, так и в принципе в качестве подводки, и на слизистой он держится недолго, может быть часа два. А вот в качестве подводки, в качестве такого карандаша, да, как здесь написано, айлайнер, он держится довольно долго, но до waterproof ему как бы еще далеко пешком топать, потому что он у меня с руки смылся абсолютно спокойно водой, и если я хожу долго-долго-долго-долго накрашенная, то он у меня отпечатается может в складке, так как у меня нависшие и жирное веко. И последнее на сегодня будут два продукта для губ. Начну вот с этого, который сейчас у меня на губах, это блеск для губ, фирма Prestige. Фирма довольно дешевая на Алиэкспресс, на iHerb, по-моему, даже не то, что довольно дешевая, это самая дешевая фирма, которая там представлена. Там все продукты в районе там 300 рублей. Блеск великолепный. На картинке он представлен совсем другого оттенка, такой более розово-барбишный, что ли. На самом же деле он такой вот в тюбике выглядит даже немного фиолетовым, сливовым. Но на губах смотрится, как я люблю говорить, эффектом чайной розы. Вот этот цвет чайной розы в разных проявлениях я просто обожаю. Безусловно, это подчеркивает, такую пухлость губ создает. И я вообще забыла, что такое блески на самом деле. С появлением всяких матовых помад и прочих текстур, как-то я совсем забыла про блески. А блески — это то, с чего мы все начинали. Он не такой насыщенный, как в тюбике. Вообще, в один слой, если вы его красите, получается эффект полупрозрачный, вообще полупрозрачный. Если наносите в два слоя, получается нечто подобное. Можно наслоить, и он не будет, он не жидкий, как многие блески, он у вас не скатывается в полосочку, не затекает туда, в рот, и поэтому он такой даже немножко липковатый, что в блеске мне нравится, потому что он за счет этого более стойкий, даже после какого-то напитка на губах остается. Поэтому я осталась очень довольна, и несмотря на то, что в тюбике кажется очень-очень много блесток, он исчезает, когда вы его наносите. Вот можете наблюдать сейчас на мне, виден просто такой вот зеркальный блеск. И последний на сегодня продукт для губ, который я заказываю уже во второй раз, это помада от Elf, и оттенок у меня Ravishing Rose. Заказала я сначала себе, потом у меня попробовала мама и сказала, что доча, мне он тоже нужен. Я сказала, как бы, мама, 200 рублей, она сказала, вот, дешевле, чем Maybelline и прочие другие бюджетные фирмы, да, марки, поэтому за такое лаконичное оформление, и мне очень нравится, что они продумали вот это. Вы можете видеть оттенок, когда он у вас стоит в органайзере. Не просто по надписи, а именно вот, по прозрачной крышечке. По поводу консистенции, я бы сказала, что это нечто среднее между матовой и глянцевой помадой, потому что наносится она как кремовая и очень приятная, но по стойкости она вообще не уступает какой-то матовой помаде, потому что после перекуса даже и после плотного обеда у меня она на губах оставалась. Я надеюсь, что видео окажется для вас полезным и вы найдете что-то для себя. Большое спасибо за внимание и до следующего ролика. Пока!